Елка, море, зеленый дуб, золотая цепь, на дубе тут. И днем, и ночью ракоша клевый, покруче многих сказки говорит. Черт мне в рифму. А, вы уже здесь. Ладно, расскажу все, что было, и даже чего не было, но только чистую правду. Я ведь и сам, можно сказать, к этой истории лапу приложил. Итак, в некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь Еремей III. Вуаля! А в лето 25-е от засухи великой я волею своей принял бой с огнедышащим драконом, победил его и спас свой народ. С огнедышащим драконом и спас свой народ. Ага. Царь-государь, одного дракона не маловато будет? Не солидно как? Пиши 5. О трех головах каждой. Хотя постой. 5 цифра не круглая, не по-царски. Пиши 10. Точно, царь-государь. 10. О 5 головах каждой? Точно. Как я забыл. И было у царя Еремея 3 сына. Младший Иван целыми днями что-то изобретает. То пружины ходульные, то шар воздушный, а то и вообще не пойми что. О! Ах ты! Вот так! Это что ж такое ты придумал, Иван? А это я вам, братья, подарок приготовил. Коляска на козлином ходу. Да она же не поедет. И тоже мне изобретатель. Вот увидите, братья, поедет. Сейчас, только снаряжение надену. А старший и средний — настоящие царские сыновья. День и ночь, все в трудах, все в заботах. Одно слово — государственные мужи. Ничего ж себе! Не крути рога! Ваня, держи! Держу! Не удержал. Ну, спасибо тебе, Иван, за подарочек. А мне понравилось. Завтра еще покатаемся. А в соседнем царстве жил другой царь, Амвросий IV. И была у него дочь, царевна Варвара. Девушка волшебной красоты. Ну уж больно своенравна. Царевна, одним словом, что еще скажешь? Дочь моя! Дочь моя, куда же ты? Приехал принц королевства Тюльпанного, герцог Фредерик Ван Лютер Бетховен, не помню. Опять жених? Ничего, подождет. Мне нужно испытать новое горючее для шара. Но ты же разобьешься! Ну что ты, папа? Я полностью контролирую ситуацию. Ой, боже мой, ну зачем я только купил этот шар в некотором царстве? Не волнуйся, папочка! Все будет хорошо! Что мне делать? Как повлиять на дочь? С самого детства с ней были одни сплошные проблемы. То она цветок папоротника ищет, то глубину моря познает. А теперь вот, воздушный шар. А я хочу выдать ее замуж. Я внуков хочу. Ваше Величество, мне кажется, вам просто нужно найти ей
достойного жениха. А? Да где же его найдешь такого? Она всех отвергает. А вы власть употребите или ногой топнете? Как это ногой топнуть? А вот так! Ой, нет, я так не могу. Что? Ух ты! Стоять! Добрый день! Вы не поможете мне отцепиться? Ау! Я сейчас! Надо было балласт бросить. Я сама виновата. Растерялась. Не учла увеличение мощности. Зато шар теперь лучше летает. Лучше? Да. Я использую смесь соломы и шерсть. Если солому намочить, то горячий воздух станет влажным. А у него подъемная сила больше. Надо же, как это вы додумались. А я вот думаю, если шар болотным газом наполнять, еще лучше будет. Интересно с вами общаться. Откуда про бала знаете? И газ болотный. Вы кто? Я этот, как его? Иван, я царский сын. А я Варвара, царевна из соседнего царства. Ну вот. А я-то думала, вы не такой. Нет, еще один. Пока, Иван! Спасибо за помощь! Какая девушка! Это же судьба! Я этот шар своими руками сделал. А она ко мне на нем прилетела. А? Я, царевна Варвара, отвергла очередного жениха. Отвергнутый принц убит. Куда мне до нее, если она вон принцу заморскому отказала. Десяток, другой, третий. Ну почему? Почему? Все нормальные царевны ждут принца на белом коне, дожидаются и счастливо выходят замуж. Значит, я ненормальная царевна. Они все не меня любят, папа, а только мою внешность. Стоит мне улыбнуться, как они в обморок от любви падают. Вот, пожалуйста. А я хочу, чтобы меня полюбили такую, какая я есть. За ум, за мою душу, за глубокий внутренний мир. Доченька, так надо же сначала замуж выйти. А там потихоньку, полегоньку, глядишь, мужа и внутренний мир твой заинтересует. А? Папа, я все сказала! Ой. Царевна хочет, чтобы ее полюбили за ее душу, за глубокий внутренний мир. Да и пожалуйста! Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи. Дракоша, ты опять разлегся на моей постели? Ладно, ладно, я тебе место грел. А ты, я слышал, очередного жениха отвергла. Что ж ты, никогда в жизни никого не полюбишь? В старых девах останешься? Не знаю. Сегодня встретила одного. Вроде бы он во мне человека увидел. Личность. А оказалось, все то же самое. Что то же самое? Глаза вылупил и молчит, как истукан. Еще один в коллекцию. Как я ненавижу эту свою красоту!
Да какую красоту! Ты что? Ты себя в зеркало видела? Ты чумазаешься? Ой, и правда? Странно. Тогда чего это он? Да, войдите. Ваше высочество, у меня к вам важный разговор. Слушаю вас. Я не решался сказать, но больше не могу этого скрывать. Царевна, я давно вас люблю. Нет, не за красоту. Ваша красота мне безразлична. Я и сам достаточно красив. А люблю я вас за ваш богатый внутренний мир. За ум, за душу. В этом мы так похожи. Царевна, я прошу вашей руки. Будьте моей женой. Мы похожи. Похожи, правда? Ну, я бы не сказал. Вы смеетесь надо мной? Простите, советник, но я вообще не планирую выходить замуж. А за вас так уж точно. Дерзкая девчонка. Предупреждаю. Если не согласишься, я превращу тебя. Превращу! В кого? В него! Это заклятие страшной силы. Расколдовать тебя сможет только тот, кто тебя полюбит такую. Полюбит и поцелует, но ты не можешь никому сказать, даже отцу родному, кто ты на самом деле. Иначе обратишься в пепел. Боже, какой кошмар! Кого я превратилась? Что мне теперь делать? Как есть хочется. Ой, а что это? Ой, а кто это? Чудище. Ой. Лютой, слава моему величеству, был разбит. Великий царь-государь! Не вели казнить, вели миловать. Напасть страшная на нашу страну идет. И нет нам от нее спасения. Ждет нас всех гибель лютая. Ждет погибель ужасная. Хватит головами об пол стучать.
дыру пробьете. Кто чинить будет? Вы, что ли? И так уже дверь выбили. Великий государь! Хватит, хватит! Короче... Ждет нас всех погибель лютая. Еще короче... Не казнить! Совсем коротко! Великий государь! Появилось на нашей границе страшное чудо-юдо. Росту оно огромного. Огром дышит. 2 гектара леса уже сожгло. На нашу территорию зарится. Тревога. Тихо! Где мои сыновья? Призвать их сюда немедля. Пусть теперь они отечество от драконов спасают. Ага, явились. Так вот, слушайте мой приказ. Надлежит вам незамедлительно. Ты успеваешь? Незамедлительно? Отправиться на границу нашу, чудо-юдо обнаружить и победить. И себя показать, и славу царского рода приумножить. Все ясно? Я, царь-батюшка, готов отчизне послужить верой и правдой. Чудо-юду найду и победу одержу. Ну, а вы, старшие сыновья? Царь-батюшка, считаем мы, что Иван должен себя показать и славу рода нашего приумножить. Да, а нам не с руки сейчас ехать. Дел у нас превеликое множество. Мы наследство лишу! Надо было этому чудо-юду так не вовремя появиться. Дел-то сколько? И не говори, брат. А теперь вот геройствуй себе на голову. А по мне так это здорово. В жизни всегда есть место подвигу. Ага. Вот место есть, а времени нет. Соколь. Ну, Иван, ты вызвался. Тебе и карты в руки. Твой черед мост сторожить. Ага. А мы поспим, пожалуй. Да, брат, точно. Ну вот, иди. Красота-то какая. Вот бы куда полететь. Волшебной светит круг. К любимой я лечу на шаре. Любовь заполнила все вдруг. И я мечтаю о Варваре. Нужно минуточку. Ah!
Все, конец тебе. За тобой. О, городки. Любимая забава. И я... Ого. Вообще-то я не хотел. Ну, хотел, не хотел, какая разница? Они нарушили границу, а ты их дышь! Победил и царство свое спас. Да? А ты кто будешь? Чудо-юдо? Ну да, наверное. А ты кто? Иван я, царский сын. А, ну да. Так это ты нам полцарства спалила? Я ничего не палила. Так, елку одну, нечаянно, и то не в вашем царстве, а там. Ну, правда-правда. Да, а я думал... А? Трагедия! Кошмар! Несчастный царь! Вестник соседнего царства. Пропала царевна Варвара. Убитый горем отец царем Вросий обещает нашедшему царевну отдать ее в жены и полцарства в придачу. Царевна пропала. Если он в меня влюбился, как в царевну, вдруг и такую полюбит. В дороге ведь всякое может случиться. Эй, Иван, а куда ты идешь? Царевну искать? Возьми меня с собой. Я тебе в дороге пригожусь. Возьми! Я тут пропаду без тебя. Пусть только наш дурак с чудом-юдом хвостатым царевну найдут, а мы за ним проследим. А потом разберемся, кому царевна, а кому полцарства. Не то. Твоя правда, брат. Иван, да. А где мы царевну искать будем? И правда. А где ее искать? Ну как где? А она же где пропала? У себя в царстве? Да вроде. Ну так там и искать нужно. Точно. У них сейчас ярмарка. Народу много. Что-нибудь да узнаем. Смотри-ка, у них тут еще и карнавал. Это хорошо. Решат, что ты в костюме, и не испугаются. Да. А? Предсказание судьбы, поиск царевны. Эй, уважаемый, что вы там про поиск царевны? О, интересуетесь? Ага. Только для вас, в единственном экземпляре. Уникальная карта, где найти царевну. Карта не простая, а волшебная. Вот ви, а вот башня, где томится царевна и ждет, когда ее освободят. Да подожди. Но дорога туда непростая, не заасфальтированная. Если интересуетесь, могу уступить. Да говорю тебе, пошли. Да подожди ты. 5 золотых монет всего. Нет у меня с собой денег. Дай карту, а я потом отдам. Да ты что, дорогой, шутишь надо мне? Как хочешь, товар эксклюзивный в момент уйдет. Спешите, спешите! Невероятное представление! Поединок с непобедимым богатырем! Даже не думай, тебе его не победить! Он из тебя кишмиш сделает! Это мы еще посмотрим. За золотых монет! Это что? Заходи! Куда ты? Богатыря одолей! Очередная победа нашего непобедимого богатыря! Ну, есть еще желающие силами помериться? Я желающий. Yeah!
появился новый победитель! Ха-ха! И он получает 5 золотых монет! Молодой человек, вы новый непобедимый богатырь! Предлагаю контракт на год, вы озолотитесь! Некогда мне! Нам царевну искать надо! Раз, два, три, четыре, пять. А, совсем другое дело, дорогой. Пользуйтесь на здоровье. Удачи вам в поиске царевны. Сглаз, порча, приворот, сезонные скидки, круглый год. Карту давай. А, какую карту, уважаемые? Предсказание судьбы. Царевной карты. Ах, эту! А, пожалуйста, эксклюзив в единственном экземпляре. Всего 5. Иди отсюда. Конечно, конечно, конечно. Куда же она пропала? И дракоши нет. В подвале искали? А тайный ход проверяли? Может, она на меня обиделась. Может, я на нее слишком давил. В конце концов, она еще молодая. Успеет еще замуж выйти. А внуков... Внуков я и подождать могу. Ну, где же она может быть? Да, бедный царь Амвросий. А царевна и Иван в это время шли полями... А еще, само собой, шли они горами, а потом, естественно, шли лесами и пришли туда, неизвестно куда. Хватит болтать. Когти до колен стерла. Ну и где мы? Так, так, так. О, неизвестное место. Вот где мы. Следовало ожидать. Куда теперь? Прямо пойдем. Куда-нибудь да придем. Ага. Потрясающая логика. Мужская. Опа. Иван, погоди. Ну да погоди же ты. Ну что? Я устала. Я есть хочу, пить хочу, я спать хочу. Есть, пить, спать. Ты уж определись как-то. Прям царевна, а не дракон. Я прошу прощения, мужчина, извините, а вы куда нас тащите? Себе в гости на ужин. Богатыря... На первое, а тебя, змей, на второе. Вот, посидите здесь пока. А я пойду посплю, аппетит насплю. О, хорошо получилось. Посплю, насплю, рифма. Вот, Иван, куда твоя карта завела? Почему ты меня не послушал? Съест нас, этот мутант-переросток! Не мельтеши, думать мешаешь. Думать? У тебя есть чем думать? Значит так, спокойно. Слушай, а ты же огнем можешь пыхнуть? Железо расплавится, мы прутья разогнем и выберемся. Огнем? Нет. Я потом болею из-за да? этого. А в брюхе у великана ты здоровее будешь? А? Тихо. Я ни при чем. Я предупреждала. Болею я из-за этого. Ладно. Мы хотя бы попытались. Попытались они. От меня еще никто не уходил. Нехорошо, великан, нехорошо. Что нехорошо? Законы великанские нарушать. Не имеешь ты права нас просто так съесть.
По закону должен ты нам 3 загадки загадать. Если не отгадаем, значит, гибель наша пришла. А отгадаем, обязан ты нас отпустить. Откуда про законы наши знаешь? Книжки читал, научные. Твоя правда. Ладно, делать нечего. На ответ вам 30 секунд. Загадка первая. Она круглая, но с нее не скатишься. Что это? Время пошло. Что у нас круглое? Дураки? Кто о чем? Что еще? Бочки, пироги. С этого не скатишься. Время, время, Иван. Планеты круглые. Точно. Я знаю ответ. Планета наша Земля. Она круглая, но с нее не скатишься. Ладно, ладно же. Вот вам другая загадка. Что поднять легко, а далеко кинуть трудно? Никогда не отгадаете. Поднять легко. Да, да, а кинуть трудно. Почему трудно? Сопротивление воздуха. Точно. Время. Подобрать легко, а кинуть трудно. Пух! Он слишком легкий. Будет в воздухе парить. Попались образованные на мою голову. Хорошо же. Вот вам другая загадка. Разные камни есть на дне морском. Рубины там, алмазы, изумруды, яхонты. А каких камней там никогда не найти? Какая-то ерунда. Там все камни есть. Все минералы. Да, загадка непростая. Тут подвох надо искать. Ну так ищи скорее, а то съедят. Сейчас, сейчас. А, понял. Не в камнях дело, а в море. Разные камни есть на дне морском. Вот только сухих камней там нет и никогда не было. Ваша взяла. Ну, мы пошли. Пока, великан. Сидеть! Никуда вы не пошли. В книге нашей великанской сказано, что обязан я вас отпустить. Но не сказано, когда. Понравилось мне, как вы загадки отгадываете. Будете теперь меня развлекать. Ладно. Только теперь наша очередь загадки загадывать. Я все загадки знаю. Все? Ну тогда слушай. К реке подходят 2 человека. У берега лодка, которая может выдержать только одного. Оба человека переправились на противоположный берег. Как? Подожди. Я знаю. Знаю. Пошли быстрее, Иван! Да куда спешить? Он еще 2 дня будет над моей загадкой голову ломать. Отгадал! Куда вы? Зашибу! Ах вы! Меня! Да я вас! Да я сейчас! Ничего не вижу! Но все равно вас найду! Я знаю отгадку. Ну? Они были на разных берегах. Вот и переправились по очереди. Ну? Я спрашиваю, ну? Ваше величайшество! Ваше величайшество! Ну, короче... Ваши сыновья изволили с заставы пропасть. Как пропасть? Ну, как бы сказать, бесследно. То есть нету их. Все 3 пропали? Так точно. Как допустили? Палач! Разрешите идти на казнь. Отставить. Незамедлительно. Снарядить экспедицию. Поисковую я сам возглавлю. О, отсюда, из кабинета. Ну, кого ждем?
Писарь, останься. Я надиктую стратегический план операции. Ну и куда мы идем? Кругом лес дремучий. Судя по карте, прямо по этой тропинке. Ты так веришь в эту карту? Правило есть такое. Не знаешь, что делать, прочитай инструкцию. А царевну спасать ты тоже по инструкции будешь? Иван! Ты чего? Предчувствие у меня дурное. Какое еще причу... Ой, деточки, вас-то мне и надо. Попались, соколики. Очнулся? Ты где так свистеть научилась, бабушка? Какая тебе бабушка? Я ведьма лесная, хозяйка этого леса. Ух ты. Ага. А чудо-юдо где? Там оно. Экспонатом работает. Как это? Да идем покажу. Вот она, моя коллекция. Меч-кладенец, ковер-самолет. И зачем же такие чудеса от света белого прятать? Глаз они меня не радуют. А на белый свет не начихать, милок. О. Вот он, мой свежий экспонат. Дракон-чудо-юдо, огнедышащий, не кормить. А ну, освободи его! И побыстрей! Ой-ой-ой, полегче, милок! Да на что оно тебе? Тебе царевну спасать надо. Иди себе с миром. А то опять сейчас как свистну. Я друзей не бросаю! Ох, и упертый же ты, Иван! Ну, коли так, уговор. Добудешь мне 3 чуда чудных для музея, отпущу вас. А если нет... Пеняй на себя. Да что ж за чудеса тебе нужны? Перво-наперво нужны мне сапоги-скороходы. Висят они на верхушке самой высокой сосны, и никто не может их достать. И ты не достанешь. Ага. И что? И достану. Оп! Ой. В картишки ты играешь? Преферанс, бридж? Может, домино? Ну, пойдем, сохраним, значит, пока богатырь геройствует. Ну, ладно. Пять лезет. Ah!
Спасибо. Опять я в дурочках осталась. Погоди, дай хоть отыграться. Держи свои сапоги, ведьма. Смотри-ка, добыл. А то. Забери меня, забери меня. Ну что это? Что? Погодите радоваться. Да. Теперь слушай, Иван. Тихо. Второе задание. Надлежит тебе пойти туда, не знаю куда. И найти то, не знаю что? Неправильно. Должен ты, Иван, найти мне помогайку. Это кто ж такой? Какой из себя? А неизвестно. Никто его никогда не видел. А только помогает он, если попросишь. Ну вот оно. Место неизвестное. Где ж тут помогайку найти? О, придумал. Вован! Здравствуй, мил человек-помогайка. Не знаю, каков ты, а раз людям помогаешь, значит, добрый человек. Если ты здесь, раздели со мной обед. Спасибо, спасибо, спасибо. Давно я хлеба не ел. Это ты? Помогай-ка. Я! А не мог бы кричать потише? Так пойдет? Хе, нормально. Пойдешь со мной к ведьме лесной? Ну, ты мне помог. И я тебе помогу. Пошли. Ну и славно. Ты тут, помогай-ка? Тут. Помоги! Я здесь, Иван! О! Ты что это, на улице дождь, что ли? Или ветер? Так я это, помогайку искал. Ну что, нашел? Нашел. 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 Мог бы и побыстрее. Вот тебе последнее задание. Есть у царя морского гребешок волшебный. Кто тем гребешком волосы расчешет, тот станет молодым и прекрасным. Добудешь гребешок, отпущу чудо-юдо. А не добудешь, съем обоих. Как же я к морскому царю попаду? Я же утону. А? Кабы я знала, сама бы сходила, а не богатыря посылала. Ясно? Ясно, ясно. Эх, ну если я не могу пойти к царю морскому, пусть царь придет ко мне. Я! Это кто мне тут воду мутит? Здравствуй, царь морской. Я Иван, царский сын.
Прости, что потревожил твой покой. Очень нужен мне гребешок волшебный. Не для себя прошу. Так, так. Ведьма лесная прислала. Она. Вот настырная же баба. Слушай, Иван, а ты в технике как? Разбираешься? Ну, кое-что понимаю. Тут такое дело, понимаешь. Сломалась у меня уникальная машинка. Музыкальная. Ой, стоп. А ну-ка, задай ритм. Сломалась уникальная машинка музыкальная. Русалки в стиле сами под нее плясали. Всю душу в танец вкладывали, взор мой царский радовали. Такие дела. А теперь со скуки приходится корабли топить. Сможешь машинку починить? Гребешок твой. Починить-то можно, только как же я к тебе попаду? Захлебнуть же. Ну, как знаешь. Эх, была не была. Ну что, Иван, проблемы? Да нет, разберусь сам. Ну уж нет, царь я или не царь? Опа, крутимся. Путь свободен. Ты не пропадай. Вдруг машинка музыкальная опять сломается. Hasta la vista, baby. Ну что с вами делать? Держите веревку. Темнеет уж. Где ж дружок твой? Мат! Где? Как?
Угу. Ах ты мне, окаянный, лопните мои глазоньки, мат. И вообще, рано ты радуешься. Где богатырь твой? Нет его. Пропадет он у морского царя, не придет никогда. Будешь у меня вечно сидеть на цепи. Ура! Иван! А вы уже заждались. Заждались. Принес? Принес. Вот он, мой гребешочек. Должна ты теперь чудо-юду отпустить. Должна. А только жалко отпускать. Приглянулась мне оно. Партнер хороший. Ничего, зайду в гости как-нибудь. Это вряд ли. Пока. Куда на ночь-то глядя? А то переночуйте. Ничего, в лесу заночуем. Нам спешить надо. Царевну спасать. Ну, ступайте. Хотя, Иван, а? Как совсем плохо станет, ты перстень поверни. Ничего, потом поймешь. Советник Бальтазар, где моя дочь? Ищем, Ваше Величество, ищем. По всему царству разосланы агенты. Мне не нужны агенты, мне нужна дочь. Жду еще день, а потом меч, голова с плеч. За решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе дракон молодой. Ну, танцуй, развлекай меня. Вот тебе! Посиди в карцере, и царевна твоя нагуляется, проголодается и ко мне вернется. Никто ее не расколдует. Иван, вот найдешь ты царевну, и что ты ей скажешь? Я? Ну, скажу, вот, царевна, пришел я тебя освободить. И все? А что еще-то? А про чувства? Вот, я тебя спас, выходи за меня замуж. Какие еще чувства? Да нет никаких чувств. Ну, подожди-ка, дорогу разведаю. Есть башня! Царевна! Царевна! Царин. А? Иван! Что ты там делаешь? Да вот, завис. Нашел время! А где царевна? Нету ее! Кто бы мог подумать? Ладно, я сейчас... Да, Иван, джентльмен ты еще тот. Ничего себе. Так ты летать умеешь? Ну, как-то случайно вышло. Случайно, не случайно. А я уж все... С жизнью попрощался. Спасибо. Да ладно, чего уж там. Бежим! Что, все, царевне вздыхаешь? Да, может, ее до нас освободили. Сдалась тебе эта царевна? Зачем она тебе вообще нужна? Люблю я ее. Любишь? А говорил, нет никаких чувств. Да ты ее и видел-то один раз в жизни. Ой. Она такая
такая... Представляешь, сама додумалась до того, чтобы мой шар воздушный на мокрой соломе летал. Я в жизни такой умной девушки не встречал. А я? А как же я? Меня ты не любишь? Никто меня не любит! Никому я не нужна! Я чудо-юдо! Ну что ты, что ты? Ты теперь мой лучший друг навеки вечные. Мы теперь не разлей вода. Что мне, царевна, она, может, и не взглянет на меня. А мы с тобой через такое прошли. Муа! Расколдовать тебя сможет только тот, кто тебя полюбит такую. Полюбит и поцелует. Царевна? Царевна! Гляди, гляди, царевна! Да вижу я. Хватать их нужно. Заколдовал меня Иван, злой колдун Бальтазар. А ты... ты меня спас. Эй, вы кто? Что вы делаете? Братья, вы что? Мы же братья. Прости, брат, но ты нас утомил. По всему свету за тобой на козле мотаться. И не говори, брат. Хватай ее. Отпусти! Я все папе расскажу! Расскажи, расскажи, как ты драконом была. А мы скажем, что в лесу тебя нашли. И от страха ты умом тронулась. А с Иваном что делать будем? Раз, два, три! Прощай, Ваня! Прощай, брат. Не помни плохого. Вот это называется влип. И царевну не спас. И сам пропал. О, только вас мне не хватало. Иду на посадку! Ну, я вам сейчас покажу. Так-так. А я-то думаю, чего это средь бела дня гром гремит да молнии сверкает? Расколдовал меня Иван. Он меня полюбил такую, какая есть. Да, незадача вышла. Ты кто такой, дедушка? Уходи по-добру, по-здорову. А то зашибем. Ты чё? А с тобой что делать? Ладно, потом решу. Так вот он какой злой колдун. Видать, вся сила у него в перстне. Перстень снять, он силы волшебной и лишится. Подожди, Варвара, я скоро.
это я снюсь тебе. А? Мой перстень! Отдай! Ты кто такой? Я Иван, царский сын. И тебе, колдун, не сдобровать. На! Я здесь, Иван. Не мешкай. Долго не удержу. Спасибо. Ну, сейчас я вам... Да что такое? Ванечка, не получается? Не работает перстень? Как совсем плохо станет, ты перстень поверни. Подождите! Подождите, у меня голова кружится! Осторожно, тут проеду! Ой, я высоты боюсь! Дракоша! Царевна! Доченька! Папа! Папочка! Царевна нашлась! Пойдем скорей! Объявим всеобщий праздник! Бегите отсюда, братья! Не то это в жаб превращу! Иван! Что? Ты собрался? Ты что, бросить меня решил? А кто говорил, что я твой лучший друг? Кто обещал не расстаться вовек? Не уверена, что это был хороший поцелуй, но поскольку поцелуй первый, то сидеть мне сложно. И вообще, ты теперь как порядочный царевич просто обязан на мне жениться. Ты согласен? Срочная новость! Царевна Варвара выходит замуж! В день, когда драконом страшным стало вдруг, ты не знал еще, что ты мой лучший друг. Несмотря на то, что я дышу огнем, сквозь невзгоды и преграды мы идем вдвоем. Мир открылся нам и стал похож на сон. Счастье, радость и любовь нашли нас в нем. Пусть казалось, что надежды больше нет, свет любви нам помогал найти ответ. Великана победил, за карту все отдал, людоедские загадки разгадал. Спас Иван меня из плена ведьмы злой.
милее мой герой. В день, в который ты как вихрь ворвалась, я не знал, что у любви такая власть. И не важно, что драконом ты была, я предчувствовал в драконе этот, как его? А я хочу, чтобы меня полюбили такую, какая я есть. Боже, какой кошмар! Кого я превратилась? Ваша красота мне безразлична. Я и сам достаточно красив. Попались образованные на мою голову. Я ведьма лесная, хозяйка этого леса. Как допустили? Калач! Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе дракон молодой. Ну, спасибо тебе, Иван, за подарочек. А мне понравилось. Огонь! И долго нам еще копать? Папа нам сказал до тех пор копать, пока мы яму до другого конца земли не выкопаем. О, смотри-ка! Я тут нашел что-то. Чего нашел? Сундук какой-то. В цепях весь. О, а что в сундуке-то? А в сундуке там медведь спит. А в медведе заяц. А в зайце утка. А в утке яйцо. А в яйце игла, а в игле той смерть. Чья смерть-то? Как чья? Известно чья. Только я забыла. Ну вот, ну вот, ну... Тихо! Вспомнила! Да ладно. Ой, ой, бобры? Да чего? Да,